Анонс и точно до выхода второй серии турецкого сериала «Главный герой». Вторая серия сериала будет в эфир 29 ноября. Ранее в сериале мы увидели знакомство с действующими лицами романтической комедии, которым предстоит столкнуться на своем пути со множеством различных испытаний, которые они должны будут преодолеть на пути к своему счастью. Сельма и Джерен объединяются, чтобы найти свое счастье. Девушки предпочитают действовать по-разному, но уверены, что дополняя друг друга, они быстрее встретят тех, чьи сердца смогут покорить. Но может все на самом деле не так, как им и повезет в этом романтическом приключении. Это девушкам предстоит выяснить, только после того, как они найдут в себе силы двигаться дальше, на поиски своей любви. Ведь пока что им кажется, что нет ничего, с чем бы они не справились на пути к собственному счастью. Вторая серия сериала выйдет в эфир 29 ноября. Если вам нравится сериал и ждете выхода новых серий, тогда ставьте лайки, подписывайтесь на канал, жмите на колокольчик и будете в курсе последних новостей о новых сериалах. Спасибо за подписку и лайки.